писатели. Игорь Чубайс. Частый гость «Радио Свобода», постоянный автор журнала «Посев». Его отец Борис Чубайс воевал, но цель жизни обоих сыновей – излечить общество от всего советского. А какая блокада Ленинграда? Когда сообщение от Ладоги до Питера, там была полоса земли, по которой можно было свободно проехать, а берег Ладоги был в наших руках. Не было блокады Ленинграда? Конечно, не было. Конечно, не было. Но раз не было блокады Ленинграда, тогда, может быть, и Борис Матвеевич Чубайс не освобождал Прагу.